Давай, заходи. Ну, заходи в гости. Заходи, толстый кот. Заходи. Ай, какой ты толстый, красивый. Давай посмотрим на твою толстоту. Ну, прекрасный толстый кот. Сейчас посмотрим, как это работает. Крутим вот эти резьбовые шпильки, и прижимная планка у нас поднимается. Закручиваем их обратно, прижимная планка опускается. Шпильки вращаются в стальном гнезде, вот внизу, и делают, как бы работают на распор. Несмотря на то, что конструкция сделана вроде бы из толстого металла, для листов примерно толщиной в миллиметр, эта конструкция будет слабовата. Потому что при загибании листов толщиной примерно в 1 мм, вот эта загибочная планка будет выгибаться дугой. И также будет выгибаться прижимная планка. Несмотря на то, что она вроде бы из такого толстого уголка сделана. И для того, чтобы эту конструкцию усилить, мы будем делать треугольники. Как известно, треугольник нерушим. И он усилит эту конструкцию в несколько раз. И после того, как мы все усилим, мы проведем испытание и загнем несколько металлов разной толщины.
Так, сейчас мне осталось приварить вот сюда уголок. Вот так. Для того, чтобы увеличить гибочную базу вот эту. И это еще добавит больше жесткости. Привариваем ручку и будем испытывать. Ну что же, вот наш листогиб уже и готов, все швы обварены, все зачищено, и у нас осталась всего лишь одна маленькая, но очень важная деталь. Это его окраска. И как вы понимаете, самостоятельно цвет краски выбрать я не могу, поэтому я сейчас приглашу нашего креативного директора, а это моя жена. И мы сейчас с ней определим, в какой цвет мы его будем красить. И после того, как мы его покрасим, мы проведем испытание. Давай. Это крокодил тут... Все, Тань, как ты видишь вот эту... Что ты можешь увидеть в этой штуке? Я могу увидеть в этой штуке крокодила. Ну, короче, ситуация следующая. Для меня логично, что вот эти две штуки напоминают пасть. Правильно? Правильно. Пасть кого? Это либо акула, либо крокодил. Соответственно, я предлагаю выкрашивать основную вот эту базовую часть в тело крокодила. Зеленый цвет. Вот здесь мы рисуем бело-красные зубы. На вот этих вот штуках, а это будут глаза крокодила. Вот здесь мы будем рисовать вот эти ящерозрачки. Угу. Да, это будет ярко и интересно. В общем-то, зафиналишь видео, не только сделаешь его полезным, но и ярким. Кульминация, так сказать. Вот, видишь, какой он гнет. Смотри, как будет. Раз, раз. А потом и эти будем... Пошли, я тебе покажу косметика, как она красиво рисуется. С радостью поделюсь с тобой. Я, кстати, слушаю про косметику. Что ты слушаешь? Последний раз что ты выслушал про мою косметику? Про тональник ты говорила. Что я говорила? Что плохой тональник продается, не очень. Где? Ну, что ты не можешь хороший тональник найти. Ничего ты не слушаешь про косметику. Слушай, когда ты последний раз накрасилась... То что? Другим способом. Я заметил. Другим способом? Да, я заметил. Валиком. И тебе сказала. Ну, это другой момент. Слушай, ну ты такой... Вообще-то, это моя внешность. Ты просто обязан делать мне комплименты. Некоторые даже вообще не видят. Ты родился для этого. Что некоторые? Даже не видят, что кто-то там накрасился другим методом. Мне это зачем знать, что делают некоторые? Все, я тебе... Не надо. Надо. Так что слушай про станок. Не надо. Я только и делаю, что целыми днями слушаю про технические устройства. Вот по чесноку. Ты что от меня слушаешь? Давай. Ну, про рецепты, да. Спасибо. Про рецепты, да. Спасибо, которые ты ешь. Да, я их хвалю. Да, дальше. Про что? Про прически. Про окрашивание. Я постоянно слушаю. В смысле ты постоянно слушаешь? Как его окрашивание, тебе бы хотелось и сделать какую стрижку. Ну, это потому, что мы не могли найти мастера. Про модельеров, мастеров я всех слушаю. Московских. А, то есть это тебе не интересно? Интересно, вот я же говорю, ну. Что а еще мне я слушаю? Это не интересно. А почему? Мне почему интересно мне твои это... увлечения? Ну, пошли ты мне еще покажешь, как тормозная система в машинах устроена. Ладно, все, хватит. До свидания.
Ну что же, друзья, вот и настало время для испытаний. Сейчас мы временно установим листогиб вот на эту станину. Когда-то я ее сделал для токарного станка, чтобы точить детали огромного радиуса. Эта станина крепится к станку двумя болтами. И при работе с листогибом она будет устойчива и не перевернется. Сейчас будем гнуть металлы толщиной 0,3, 0,4, 0,5 и миллиметр. Для начала мы возьмем лист железа 0,3 миллиметра. Зажимаем. Хрясь! Так, получился, ну, достаточно такой ровный изгиб. Сейчас берем кусок крашеного. Так, это у нас 0,4 миллиметра толщина. Хрясь! Смотрим. Ну, неплохо. Ровно. Отлично. Так, сейчас я возьму вот лист миллиметровой толщины. Прям такой жесткий. Так, раз, два, три. Хрясь! Согнул? Хе-хе! Так, достаем, смотрим. Вроде бы согнул. Все нормально. Вот еще полазил, нашел кусок стали вот 2 миллиметра. Сейчас попробуем. Ну, такие я гнуть точно на нем не буду. И он не для таких толщин делался. Сейчас посмотрим, как получится. Ну что? Раз, два, три. Ну, если постараться, то, наверное, все-таки можно и загнуть. Да, вот. Ну, можно и подальше загнуть, я уже не стал дальше гнуть. Но это только маленькие детали, наверное. Потому что если большую, все равно вот эта линейка, она будет прогибаться. Не будет идеального изгиба. Исходя из результатов теста, мы выяснили, что металлы толщиной до 1 мм он гнет просто великолепно. Для металлов свыше 1 мм вот эту гибочную планку все же нужно было делать из толстого швеллера, чтобы она не прогибалась. Ну а конкретно этот листогиб мы делали под определенные задачи. Нам на нем нужно будет изготовить большое количество деталей, которые нам необходимы для следующего видео. Ну а следующее видео долго ждать не придется, так как оно уже практически готово. В следующем ролике мы вам покажем, как мы изготовили люстру-потолок из нержавеющей стали, объединив его в одно изделие. И мы надеемся в очередной раз вас удивить, так как нам пришлось напрячь извилины в мозгу для того, чтобы это все придумать и воплотить в реальность. Ну а теперь оставляйте ваши отзывы по поводу листогиба в комментариях. Мы надеемся, что вы что-то почерпнули для себя полезное. И если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями, подписывайтесь на наш канал. А мы, в свою очередь, с большим уважением к вам, благодарим вас за внимание к нам.